Очередные гости приехали в гости. Вот они подъезжают. Александр со своей семьей. Все, все. Ну, все достаточно. Милостью Божию добрались. Слава Богу, да. Какие приключения будут, да, тут у вас. Здравствуйте. Мир вам. Здравствуйте. Мир вам. Честно говоря, думали, не доедем. Мир вам. С миром. Так, ну рассказывайте, куда, чего нам. Че, берите вещи. Вы взяли, взяли постельное, все? Да, конечно, вещей там много. Сейчас. Так, здесь, да? Вот здесь. Женщины в этот дом, вы туда пойдете. К мужчинам, братьям. Как люди сюда ездят? Ну вам хорошо, что вы это на такой машине, тогда бы было сложно проехать. Не это самое. Да, да. Я точно могу сказать. Потому что дождь прошел как раз. Да. И вот, вот это одна дорога получается, вот, вот здесь она идет, да? Угу. Здесь отсюда нет, да, вот отсюда. Откуда? Вот еще она объездная вот тут идет, не тоже сюда, тоже сюда в деревню уходит. Через переезд я имею в виду, только отсюда вот. Да, 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 только тут. Одна да. Только. Да, да, да. А мы поехали оттуда, от Спирина. У меня родители там живут, и мы заехали. Это какой Спирин? Спирина, которая вот... Деревня, что ли, какая-то? А? Деревня какая-то? Да-да, где вот камень на Оби, перед ней там вот еще вот там. О, так это в какой стороне-то? Где-то да, мы ткнулись отсюда, вот оттуда, где-то 15 километров тут. И тоже вот проселочная дорога, но она вся в грязи. Мы туда-обратно даже не стали. Так вы вот тут через дамбу вот это ехали, вот этой дорогой ехали? Нет, сейчас-то здесь, да, вот а, так здесь? Проехал сюда. А-а-а. А надо отсюда, да? Не-не, почему? Правильно, вон оттуда... В общем говоря, если дождь, никто не ездит. Если кто будет видео смотреть, только на больших машинах. Да, это точно. Аминь. Сейчас. Позову сестру. Снимай, пожалуйста, я пойду помогу им вещи. Угу. Только ты же включил? Да, включил. Владимир Пащенко пошел встречать гостей, которые приехали на крещение. Уже вечер. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. С миром принимаем. Так, ну мы смотрите, про всяких продуктов купили там, в лагерь там. Это ну, очень вообще, хорошо. Есть, у вас тут магазина-то нет, поэтому нету, вы да. Спасибо, Христос вас. Ну, вот это вы зря взяли, конечно. Да? Ну, ничего. Мы уже думали о поменялись. Если бы у вас личный был, иначе нас бы принял, а так он магазинский не принимает. Да. Как? Магазинский он не принимает, да? Магазинский арбуз. Ну, а что делать тогда? Ну, оставляем? Да, да. А дыни? Дыни? Ну, дыни. Тоже ну, то же самое. Да. Да, он им не доверяет просто. Не доверяет. А, ну а это зелень. А помидоры наша. Свои вот у нас. Помидоры можно, да. Помидоры, помидоры это что тут? Конфетка. Представьтесь. Так, Александр, это Марина, это Илария, наша младшая дочь. А вы откуда приехали туда? С Новосибирска? С Новосибирска. Меня тоже зовут Марина. Тоже Марина, да? У нас Марина каждый год появляется. Каждый да? год. По одной. Ну это ж хорошо. Хочу еще. Александр, Марина и. Так, вот это зелень. Приехали на большой машине. Ну, если как Игнатий Тихонович скажет, завтра если скажет дыни, чтобы не пропадали, тогда можно. Да я помогу сейчас. Владимир Пащенко понес вещи. Некрасивые к нам приехали. Так. Новосибирск. Моя удочка. Что-то прохладно, мне кажется, стало, да? Ну нет, у нас жара 36 жара? Градусов. Днем жарко, вечерами прохладно. А вечером прохладно. Угу. Ну вот кофточку можно надеть. А так... так, вот это тоже тут продукт. Угу. Спаси Христос. У нас просто вещи с мужем. У вас в такой одежде ходят здесь? Вот такой, нет? Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Ходит, ходит. У нас сейчас у нас Игорь ходит такой. Ну можно в такой ходить? Да, такой? Можно. Что-то можно. Вы там смотрели, вроде как не всем или что-то? Нет, такое? Только вот Игнатий Тихонович
Александр. Да-да-да. А, да. Такой закат, видите, какой закат красивый. Вот напротив домик Игнатия Тихоновича. Вот, да-да-да. Избушка, да? Да, избушка. Это скворечник называется. Да-да-да. Ну, правда, вас люди-то злые не найдут. Нет, да, да. Мы вообще уже с мужем едем и думаем, те, кто чипировать приедет, они не доберутся. Надо было вам позвонить. Все нормально? Да по навигатору выбирали. Ну по навигатору он нас сначала завел неправильно, говорю, вот с той стороны. Ему очень не доверять, да, это точно. Мы примерно 80 километров лишних. О, ничего себе. Мы отсюда ехали. Не надо, это тяжело. Хорошо, что у вас бензину хватило еще. Да, да, надо обязательно всегда звонить. У нас один приехал, все две. Мы потом заправились, потому что да, он был у нас 3 дня добирался до Потеряевки. Дело в том, что в Алтайском крае это 2 Потеряевки. Да. 2 в Алтай. Вот да, да. Поэтому он... Нет, я-то примерно... Мамонтовский район, вот надо именно что. Так, а там... Мы видим, конечно, мы не знаем. А? Там розетки есть? Есть, все, да, все, да, есть, да, все, все есть, да. Все, интернет. Это просто работа. Интернет, все есть. Не убежишь никак. Нет, сейчас у вас как раз у Володи можешь посидеть, да? Да, можно. Потом дети услышали. Всякие конфетки там к столу, там вот это. Нет, это нет. Я же тебе сказала. Это контрабанда. Контрабанда? Да. Если не такие постные, какие-нибудь сосательные, что ли? Нет, нет, нет. Шоколадные нельзя, сейчас пост идет. Ну да, 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 да. До 12 часов, да. Хорошо, ладно. Ну ладно, что, заходите. Марин, веди, сестер, веди. А машину не будете продвигать дальше? Да почему пускай здесь? На сигнализацию только обязательно поставьте. Сигнализацию. Конечно. А вы еще ролики не смотрели, что ли? Мы ворот задерживали тут. Серьезно? Бензин сливали у Игоря, да, Барабаш. Не откроешь. Мы же тут спим, да? Нет, со мной на сигнализацию поставьте. Вы будете вот в этом доме, вы будете в том доме спать, а сестры здесь будут спать. Сейчас закроем ворота. Да, все. Все, пошли. Я закрою это все. Пойдемте. Тут у вас общий багаж, да? Да, у пока общий. Ага, ну сейчас доносите в дом. Придется разобрать. В дом. Да, у меня там вот только сумочка. У вас трафик нет, да? Вы как кушать будете? Вы знаете, подъезжаете. Что-то поели, тут поели, там поели. И в животе вот это, знаете, вот. Вот. Прямо, прямо. Да. Три поклона делайте. Здесь? Да. Так, ты что тут? С миром принимаем. Если есть женская, то сразу туда можете пройти к женщине. А вот здесь разобрать, просто это сделать. Да, да. Ну она и разберет там. Да, да, нет, да. Нам темно, там уже люди не спать. А, хорошо. Сейчас тогда вот тут. Вешаем. Ну пока только постель надо достать, а потом уже разберетесь. Да, 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 сейчас. Поставь здесь. Ну все, слава богу, за все. Ой. Все исторические события записываются, кто приехал, уехал. Да, да, слава богу.